На продуктовом рынке, расположенном в микрорайоне 8-го квартала, по просьбе реализаторов прилавки со стеллажами, на которых они выставляли свою продукцию, заменили на классические. Богдан Боднарук, администратор рынка, объяснил журналисту телеканала БТВ, что идея со стеллажами, которые популярны, например, на российских рынках, не прижилась. Возможно, из-за ограниченности пространства самого рынка на 8-м квартале. Они обращались сразу, они вообще не хотели, чтобы эти столы стояли. Потом вроде многие согласились. Я провел экспресс-опрос из 25 торгующих на тот момент. 10 были за новые столы, 13 за старые уже. И вот прислушались тоже к их мнению, вот сделали такие столы. Но эти столы больше. Если тот стол имел длину 1 метр при ширине 50 сантиметров, то новые столы 1,5 метра и 60 сантиметров шириной. Это, естественно, и больше ячейка, в которую можно поставить товар, и больше сама торговая площадь стола. Плюс у этих столов, если вы обратили внимание, проходы сделаны между рядами, где могут стоять именно продавцы. Вот остальное. А там проходов не было. Там стол был на две стороны елочкой, и продавцы стояли сбоку или перед своим столом. Продавцы и покупатели благодарят администрацию муниципального предприятия за то, что их услышали. Люди говорят, что прилавки со стеллажами, может, и смотрелись неплохо, но были не очень удобными. Очень удобно. Спасибо директору и всем, кто это сделал для нас. Почти 10. 20 лет стоят. Поэтому мы очень довольны. Чисто, красиво. Были узкие, и с этими полочками неудобно было. А сейчас очень удобно. Очень. Вот тут внутри есть хорошее пространство для... чтобы сложить все. Очень хорошо. Спасибо всем. Давно вы торгуете на этом? 20 лет. Именно на вот этом? Именно на этом. Я начинала торговать и на земле. На земле. Как... Тут уже не было ни столов, ничего, на земле торговали. А потом поставили такие столики, потом другие столики, а сейчас уже такие хорошие. Очень хорошо, спасибо. Ну, удобно. Удобно, все, да. Все видим, все заходим. Но очень хорошо, очень. Видно, что рынок, это как эти, какие-то, как сказать, поставили какие-то коробки, как вроде... И ни сюда, ни туда. Вот это действительно видно, что рынок. Торжественное открытие рынка на 8-м квартале после реконструкции состоялось 30 декабря. В целом реализаторы остались довольны его модернизацией. Однако прилавки со стеллажами, которыми заменили старые ржавые металлические столы, им не понравились. Вице-мэр Игорь Шеремет согласился с аргументами торгующих и поблагодарил их за конструктивную критику. Тогда же он сообщил, что пожелания людей будут учтены. Любую критику конструктивного характера надо принимать к сведению и принимать соответствующие меры. Вот в этом случае, да, действительно, когда сдавали работу на 8-м рынке, именно по этому рынку, я заметил определенные упущения. Дорабатывается, и я думаю, в кратчайшие сроки все это как бы будет уже устранено. Соответствующие консультации с торгующими, потому что там было упущено. С торгующими не было согласован проект. Согласен с этим, и если... привлекаем на рынок торгующих, надо с ними согласовать определенные проекты, чтобы это был как компромиссный вариант, чтобы потом не было недовольства. В ближайшее время на территории рынка на 8-м квартале обустроят помещение для охраны и службы по проверке безопасности продуктов.